Они воевали, убивали нас и дома разбивали. И дома, города, да, ничего, да, не оставили. Да. Это негодяи, это фашисты натурально, хуже фашистов. Это Азов, это Азов. Они расстреляли всех гражданских. Поехали ребята крыльями. И брали у заложников. В заводе их держали, заложников, и там сидели сами. И не выпускали никого. Детей расстреливали, всех расстреливали подряд. Это Азов, это фашисты.